Ну что, все готовы? Настроение у всех бодрое, хорошее. У меня бодрое, хорошее. Очень бодрое настроение. И по вам, вам у вас тоже хорошее настроение. Дай бог, чтобы у всех было хорошее настроение. По факту праздничный эфир, и он проходит просто на ура. Сегодня уже куча победителей, и куча счастливых людей. И особенно мне, допустим, радует, что сегодня много новичков, которые выигрывают, да, выиграли, и выигрывают те, кто ну, у нас, ну, не, может быть, даже ни разу не выигрывали еще. Поэтому продолжаем мы в таком же духе. Ну и что, начинаем розыгрыш. Первая пятерка по 700 рублей. Начинаем по одному. Раз, два, три. Первый победитель 700 рублей. Становится логин номер Сникерс. Обалдеть. О, супер. Это новичок вчерашний. Вчера только зарегистрировался человек. Ну так, чтобы для сводки. И, по-моему, он всего, по-моему, забронировал один билет. Ну, врать не буду точно, я не помню. Но видел только один. Новичком всегда везет. Надо заходить на платформу, тогда и повезет. 100%. Итак, обновляем страницу. Ну что, все готовы? Все хотят 2400? Ну что? Я тоже хочу, но я не участвую, к сожалению. Но тоже хочу. Но желаю всем удачи. Всех еще раз с праздником. Всем хорошего-хорошего настроения. А мы продолжаем дальше развиваться. Ну а победителям в главном призе 2400 рублей праздничного бонуса становится логин Гузель1975. Поздравляем, Гузель. Приз ваш. 2400 рублей. Супер. Молодцы. Поздравляю всех. Дамы и господа, всем привет-привет. Приветствую вас на обучающей платформе All-in-One по заработку в интернете. Вы только что посмотрели краткую видеозапись последнего нашего розыгрыша призов. Они были небольшими, но самое главное, честными. И после этого мы решили провести следующий призовой бонусный розыгрыш на сумму в 1 000 000 рублей. В этом розыгрыше может принять абсолютно каждый человек. Что для этого нужно? Для этого нужно в первую очередь найти ссылку под этой видеозаписью, пройти регистрацию, пройти в раздел «Профиль», заполнить свои данные, по необходимости обратиться к куратору, где вы также можете найти его координаты, а далее пополнить свой баланс с помощью двух различных способов. Это фрикасса, которая позволяет пополнить либо же картами, либо же электронными кошельками, либо же криптовалютой, да, либо же, кто знает, Pair кошельков. Сумму, на которую вы планируете пополниться, решаете сами. Стоимость билета всего 100 рублей. Покупать можно неограниченное количество, поэтому в зависимости от того, сколько билетов вы хотите приобрести, умножайте на 100 рублей и получайте сумму покупочки. Ну а далее вы можете в различном хаотичном порядке эти билеты приобретать. Строить стратегию по покупке билетов уже решать вам. Ну а также хочется сказать, да, какие призы вас будут ждать. Давайте откроем таблицу выплат и посмотрим. Первое. Начнем мы разыгрывать,
конечно же, самых минимальных призов, начиная с 1000 рублей. И 50 выигрышных билетов ждет приз 1000 рублей. 20 билетов ждет приз по 5000 рублей. 10 билетов ждут призы по 10 тысяч. 5 билетов ждут призы по 50 тысяч. 2 приза по 100 тысяч. И главный приз, один билет, это 300 тысяч рублей. Ребят, присоединяйтесь к нам, участвуйте в розыгрыше и будьте счастливыми. Ну а на остальные вопросы всегда мы готовы вам ответить. В личном кабинете, в профиле вы всегда найдете контакты. На главной странице вы найдете наш информационный канал и узнаете обязательно, когда розыгрыш миллиона состоится. Всем хорошего настроения и всех благ. До встречи в эфире!